Он меня мог уничтожить теперь. Уничтожить. Я все это хаваю. У меня нет выбора. Блять, ну, блять, то ему тройка выпала, он уничтожил, ну, блять, ну, пиздец! Босс, не обижайтесь, начинайте Джоджо, когда будете к тотальному разъебу и жесткому стыку от Кира Йошикаги. Ладно. Вот, ну, такое я готов принять. Чё дашь? Чё он дал? Восстанавливайте 5 единиц усердия при получении урона. А, нет, это хуйня полная. Я думал, когда я получаю усердие, тогда я получаю хп. Чуть-чуть ошибочка вышла. Я сегодня буцефал, реально. Так, просьба. Меня зовут Кира Йошикаги. Мне 33 года. Мой дом находится на севере Морио, в районе поместий. Вы изобрели новый способ забайтить меня посмотреть Джоджо? Пойдем. А, нет, в топе, если я пойду, меня опять всех отравят. Не, не хочу. Не хочу. Давайте я лучше вот сюда пока схожу и там всех нагну люто. Уже скоро кушать пора будет. Просто обычный меч. Хуйня полная. Не повезло. Опиздюлился с самого начала. Ну меч хуйни. Полное говно. Так. Ну был бы меч получше, я бы их еще бы быстрее разъебывал. Так, больше ресов или не получать урон? Лучше больше ресов, мне кажется. Я потом отсюда ливнул. Че-че? О, Хитома больше не болеет. Да блядь! Ой. А че это? От чего, блядь? Меня зовут Лешакагмас. Мне 3 года. И я младенец. Мой дом находится в офисе сети магазинов Ашан. На медосмотре мне сказ... А, он прям, блин, при смерти был. Я не женат. Я работаю в универмаге Камею и прихожу домой не позднее 8 часов вечера. Я не курю, но иногда выпиваю. Я ложусь спать в 11 часов вечера и убеждаюсь. Я же жофак, и я не хочу смотреть то, что интересно стримеру.
Я хочу сосать члены и заставлять людей смотреть Джо-Джо. Пожалуйста, отымейте меня в Сракотан. Мне нужно мясо. 94% того, что Тича добудет мясо. Пошел. И еще Хитома пусть идет с Тичей. Они там будут зачачивать ребенка. Зачичивать. На самом деле это хуйня полная. Да-да, сейчас поиграю в игру про Джо-Джо, блядь. Каламана! Все, ластецкая прокачка. Теперь я не смогу проводить их. Так, все в меня верят, все покушали. Кто-то выздоровел, а кто-то мне сейчас банане мне что-то еще даст. Давайте я кого-нибудь просветлю, Каламана. Блять, хочется кого-то в демона превратить. Ой. А мне, кстати, говорили то, что когда они будут умирать, то у меня все будут грустить, а на самом деле не грустить. Блять, говна, что-то дохуя собралось. Подождите, где говно? Вот оно. А он шел как раз по... Соня! Не блюй! Так, Каламарара какого-то надо убить. Пойдем. Мне понравился стенд сосновый. Сейчас. Блин, ну какой еще крутой есть? Блять, кто-то умер все. Есть какие-то, ну, варианты на выбор? Сейчас, какой же самый крутой стенд? Ну вообще, Ора-Ора это имбище. Но мне кажется еще то, что... Magician Red! Недооценен прям, типа, жестко. Потому что, ну, очевидно, Magician Red можно что угодно нахуй делать. И что это за понос? Я даже не прочитал, что я изобрел за понос. Блять, какой бы выбрать стенд? А, ну мне еще понравился Whole Horse. Ну типа, это прикольная тема, что ты пулями можешь управлять и... Ну, стрелять вообще в другие стороны, это стильно. Да, я бы, наверное, выбрал бы стенд Whole Horse. Просто сам Whole Horse хуесос, и поэтому он, ну, слит был. Привет. Видел, что на Атриксу подают на бан. Он вчера загриферил РП-эвент. 40 человек. Убил 15 человек. Также вчера Бобслави засирал пол СП на стриме. А... Ладно. И... О, еще продление жизни. Первый раз в жизни я не поднимаю хпшку. Ой-ой-ой! Ой-ой-ой!
Давайте вот этого убью сначала. Хорош. Якира Яшикаге. Наверное, лучше вот так. Вдвое больше урона? Или насколько там? А. Привет, пятерка. Да. Привет, чат. Мой первый донат. Точка, спасибо тебе за реакцию на Йо. Точка, смотрел все твои записи. Точка, не буду как другие доебывать этим. Точка, просто удачного С. Ладно, хорошо, спасибо, пока. Давай, 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 сюда. Опа! Так, у меня уже ж был кристальчик. Не, вот этот покруче выглядит пока. Кстати, я забыл собирать кристаллы. На 20% больше урона. Так, смотрите. Похилиться. Вот это интересная шняга. Давайте сюда пойдем, потому что что это, блядь, моя корона. А, и тут и есть моя корона. Ну, вопросик всегда интересно, потому что там что-то неожиданное может быть. Блядь. Интересный выбор. Блин, прикольно. Прикольно. Да, блять, везде выпадает хп, когда оно не нужно. Чё за нахуй? Один злодей только тут был. Опа! Я убедился, что тебя не остановит ни болезнь, ни голод, ни смерть. Каждый раз он возвращает тебя к жизни с новыми силами. Прошу, выслушай меня. Алую корону заточили в небытие другие епископы. Моей вины в этом нет. Пощади меня, умоляю. Убей шаурму. Только не отправляй меня на смерть. Не отправляй меня к нему! Не спрячься в своем храме. Ты никогда его не найдешь. Никогда! Трима. Ладно. Стрима. Первый раз кто-то молит о пощаде, мне кажется, это фэк. О, бля, пират! Серега пират! Нихуя себе, в этой игре есть пираты. 11 из 10. Как это выглядит? Ага, понял. Корона к короне пришла. Что это такое? О, цветочки. Как раз вовремя, мне надо будет лечить. Так. Помолиться. Ваши вещи останутся с вами даже после смерти. Да и похуй, если честно, я не планирую умирать. Так, лево, право, выбираем одно и то же. Большинство за право. Так, поехали. Magician Red! Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! А? Питер, ты привет. Можно? Да. Ой.
Все, забираем. Глянь, тут прям пиратские корабли. Кайф. Моя любимая локация теперь. Странно, но еще один. Почему он тут был один? Как я убил? Что-то я прям хорошо получил сейчас. Да, ну... Полсекунды не хватило, чтобы его ударить. И помните, хилки выпадали как много. Сейчас не выпадают. Тварь. О. Поработить? Ну, может поработить, это... Насколько может? Сколько процентов? Вот это прикольный флажок. Прикольно выглядит. Давай, туси-буси. О, кек. Настолько мощный еще удар. О, вот это тоже красивое. Вот это прикольно. Применить. Неплохая. Сколько она стоит? Не, недорого стоит. Вот бы они еще какую-то бонуску на банане давали. Он что теперь? На моей стороне дерется? Нет. На нем мой значок. В чем проблема? Ой! Ну так он порабощен мной или нет? Я не понимаю. В чем прикол? Больше урона с каждым ударом наносит. А это будет критический удар наносить. Но разницы немного. Смотрите, на меня прям что-то сюда приглашает. О, похоже на Тоси-Боси. Так что-то не... Это не кальмар. Что за звездочка вот у меня? Мне не нравятся стреляющие мобы. Подожди, этого босса зовут Каламара? Или Каламар? Да? У меня просто, ну, типа, большое задание висит. Большой прогресс. Так, продолжить. Здравствуйте. Я надеюсь, у меня дома никто не умер за это время. У всех все хорошо. От Си-Сити. Здравствуйте. Так, плюс житель. Когда придут вот эти вот ребята? Почти пришли. Склик, ладно.
Ой, блядь! Жрак Луни! Привет, Саска-обрыжка! Ура! Может, вознести кого-нибудь из стариков, чтобы их не хранить? А у меня нет стариков сейчас, походу. Блять, у меня нет стариков вернуться. Тогда просто проповедь. Да почему у них всех такие серьезные ебальники? У меня идеальная вера, все накормленные. Потому что я их давно не коломанал, наверное, да? Да, их надо коломанать почаще. Так, кто это у нас будет? Из последователей, чтобы взять его с собой в поход. На один раз это получается, или как? Так, и где эта улучшалка урожая? Я ее изучил вообще? Вот он. Четыре деревяшки. Получается, он не один должен быть. Ну, сюда поставлю. Сейчас быстренько поставлю. Я бы хотел, чтобы побольше было... как это называется? Я забыл. Чтобы побольше было изменников. Чтобы я их наказывал там за то, что они изменники. Так, грибочки все собираем, да? Молодцы. Чтобы в тюрьмах много сидело. Это надо, чтобы вера упала прям жестко, да? Хитома старая стала. Ну все, Хитома, давай пока. Так, пацантре, ну, наверное, этот, я пошел кушать. И нормалды продолжим потом. Может, сегодня ночью продолжим. Может, на старичный веб мне удастся подкрутить. Наверное, все. А, да, хорошо, давайте. Это хорошая идея. Новую локацию чекнуть и пойти. Хорошая идея. Посадить Саску обрыгу в тюрьму. Конечно. Давай, Саска, брыга. Спасибо. Все, Саска, ты свободен, как и договаривались. Че в ней вообще будет? Наверное, эти красные кристальчики? Попка, привет. Вселение демона через алтарь не убивает последователя. Но после похода он захочет сильно спать, и тебе придется его гнать в кровать. Да? Вот, так хватило. Это изич. Нет, я взлет. Донаты летят, как из пулемета. Ну вот тебе есть 500 на подумание. Советую четвертую часть зачикать. Она как сериал ИТ. Ну,
ты байтер, конечно, на 1000 рублей, блядь, меня разъебал. Бабу, шбабу. Бабу, шбабу. Лоби, бабабу, шбабу, бауда. Бу-бу, билабу, би-ха. Бабу, шбабу. А у меня был какой-то глаз как раз таки. Я могу завести краба? Бабуш-бабу. Вот это красиво. Хайпим, хайпим, хайпим. Уже почти все карточки открыл. Я все куплю, они хорошие. Бабуш-бабу. Бабуш-бабу. Вот это имба. Каждый десятый враг мне будет хп давать. Это как вампиризм. О. А тут что, можно порыбачить? А, тут будет корабль или что? Еще глаз. Ха-ха-ха-ха. О, сюда. Еще три глаза. А где эти глаза свидетелей брать, я не помню. Так, тут понятно, что... Тут все понятно. Все, давай пока, бабуш-бабу. Надо где-то брать эти глаза. И он заведет еще корабль себе. Хочу на корабль посмотреть. Но где брать глаза, я не помню. По-моему, надо убивать опять боссов. Брать и боссов трахать. Короче, перепроходить боссов надо, да? Так, смотрите еще. Это сюда. Это сюда. И грибы больше мы не сажаем. Ну и брокколи на самом деле тоже хуйня полная. Фух, я бы еще бы поиграл, но мне пора кушать и основу подрубать уже пора. Надо всех комонать? Да я заебусь всех комонать. Если бы можно было бы их комонать, чтобы они ко мне в очередь становились, я бы их комонал. Тогда, ну, типа, ну, все нормально было бы. Так, ну все, давайте, всем пока. И...